Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео я посвящаю вот такой вот пешне. Надела в моем фоне вот с таким вот пятачком. Это кованая вот такая штучка. В чем прелесть этой пешни? Подарили мне ее родственники. Впереди весна, весенний лед. Время, когда без пешни ходить опасно. Но прелесть этой пешни заключается в том, что она раскладная. И поэтому можно носить с собой бор, а пешню вот так вот сложить в рюкзачок и нести с собой. Будет и бор, и пешня, руки свободны. Ну, вес, конечно, имеется. Это кованая деталь. Даже если вот посмотрите, сам вот этот брусок, он кованый, и резьба потом нарезана. Вот такой вот наконечник. Здесь резьба, железный наконечник. Как вы можете увидеть, связал я вот эту железку веревочкой через всю палку. Кто постоянно ходит с пешней, прекрасно понимает, это чтобы не упало. Здесь, чтобы было удобно держать. Здесь завязано. Все мы знаем, что пешня ломается вот здесь вот, когда вы ее колете. И чтобы вот эта железка и все остальное не упало в речку, она вот так всегда привязывается. Вот таким вот образом. И получается у меня вот такая пешня. Чем-то напоминающее копье. Индейцы торжествуют. Вот такая чудо-пешня появилась в моем арсенале на сегодняшний день. И я с удовольствием пойду на последний лед, порыбачу. Безопасно похожу по льду. А вам я желаю, друзья, здоровья. Берегите себя. Сейчас февраль, еще чуть-чуть. И весна, будет тонкий лед. Не тонкий, а рыхлый лед. Без пешни ходить нежелательно. Это опасно. Поэтому берегите себя. Удачи вам всем. Здоровья. Пока. Увидимся на канале.